Активисты местного отделения «Единой России» в рамках проекта «Историческая память» посетили урок мужества, который прошел на площадке Одинцовской школы номер 1. Мероприятие приурочили ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Также партийцы приняли участие в концерте, который прошел в Голицынской школе номер 1 в преддверии Дня защитника Отечества. Единороссы поздравили всех с грядущим праздником и поблагодарили коллектив школы за труд и помощь в подготовке подарков для российских бойцов.